Макаки – это очень интересные и разнообразные приматы, которые насчитывают более 20 видов. Эти обезьяны обитают в самых различных ареалах – от снежных регионов Японии до тропических лесов Индии и Африки. Макаки живут в сложно организованных социальных группах, имеющих четкую иерархию. Также они проявляют высокий уровень интеллекта и способны к обучению. Например, они могут использовать инструменты для получения пищи. В некоторых регионах макаки тесно взаимодействуют с людьми, иногда становясь объектами поклонения, как в Индии, где некоторые виды макак считаются священными. А поподробнее у нас на канале.